Сегодня в Федеральном парламенте России прошли слушания о внесении поправок в закон об информации. Их принятие может привести к созданию внесудебной цензуры всего интернета на русском языке. Против этого выступили участники проекта русскоязычной Википедии. Интернет-энциклопедия начала свою забастовку в 1:30 ночи и не будет доступна целые сутки. Сообщество Википедии выступает против планов создания в России единого реестра сайтов с запрещенной информацией и просит у читателей поддержки. Нам также интересно, что думают об этом наши телезрители. Просим вас оставлять свои комментарии в разделе «Новости» на сайте www.tbn-tv.ru, а также на официальных страницах телеканала ТБН Россия в социальных сетях.